собственный. Что? Миллиона два, да? Миллион, ну не меньше. Ну квадрик стоит, обычный стоит, квадрик, ну 500 тысяч. Хороший квадрик стоит, а это американский вообще. Но он еще и водонепроницаемый, по-любому. Ну, раз в воду. Подожди, а он в воде не захлебнется? У тебя бензин есть там? Что-то у тебя бензин. Он на газе, наверное. Плавающий квадроцикл, блядь, с убирающимися ногами, блядь. Ты представь, что за вещь. Ну, лебедки нету, это плохо. Хотя он на это, видимо, не рассчитан. Ну, в болоте не тонет, скажи. Он будет просто колесиками грести по нему и все. Ну вещь вообще. Я реально такой первый раз вижу. Его даже в интернете нигде нет. Искал уже по названию? Как? По названию искал. Я еще не искал. Ну я вот такой вообще аппарат первый раз вижу, что плавающая амфибия квадрик. А? Сто 150 лошадиных сил? Ты чуть не выпал с него. У него еще колеса складываются, да? Что, как в будущее, знаешь, это, есть этот фильм «Вперед, назад, в будущее», сложи и взлети. Я не успел пофоткать. Тут темно, я и фонарик не сделал.